Всех приветствую на канале Автоэксперт. Молодая китайская компания Leap Auto обнародовала долгожданную информацию о своей электроновинке. Первый среднеразмерный электрокроссовер компании, заинтересовавший прогрессивное мировое сообщество своей претенциозной промо-компанией, наконец-то становится информационным достоянием во всех подробностях. Плюс производитель опубликовал новые снимки своего кроссовера Zero Run C11. А прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите на колокол, ведь новое видео на канале выходит каждый день. Итак, в продаже появятся три различных версии комплектации. Версии автомобиля под названием Deluxe и Premium не изменятся по сравнению с ранее объявленными вариантами. Первая будет начинаться от 1 796 тысяч рублей. Более дорогая комплектация поступит в продажу уже за 2 миллиона и 21 тысячу рублей. Топовая версия электрического кроссовера задержится на пути в автосалоны до апреля 2022 года. Самая продвинутая комплектация Zero Run C11 обойдется в 2 245 тысяч рублей. Напомним, что создатели Zero Running C11 позиционируют его как электрокроссовер с цифровым содержанием. Передняя закрытая часть новинки предстает перед владельцем подобием шлема, сквозь узкую щель которого выглядывает дуга фар. Ниже находятся вогнутые зоны противотуманных фар. Электромобиль представляет необычную линейку из 8 цветовых решений, среди которых присутствуют оранжевый, зеленый и голубой. Округлый кузов демонстрирует готовность совершать аэродинамические подвиги во время поездки. Меж тем, его размеры длины, ширины и высоты составляют 4750 на 1905 на 1650 мм, а колесная база достигает 2930 мм. Детали премиального дизайна заметны с первого взгляда. Это и парящая крыша кроссовера, скрытые в дверцах ручки, встроенные во всех направлениях по корпусу камеры, двухслойное лобовое стекло для всех комплектаций и сплошная линия задней оптики. Автомобиль оснащен новейшей интеллектуальной системой помощи при вождении Leap Pilot, которая включает в себя 28 различных программ вождения и технологических приспособлений. Роскошный салон будет доступен в 4 цветовых сочетаниях: черный, серый с карбоном, серый с фиолетовым, коричневое дерево. По центру находится огромный экран, разделенный на 3 части. Два малых по 10 и 25 дюйма для водителя и переднего пассажира и центральный 12,5 дюймов. Внутри разместился процессор Qualcomm Snapdragon, который отвечает за комфорт в машине. Он может распознавать лица, заводить автомобиль, очищать воздух внутри салона, изменять цветовые решения, подстраиваясь под стиль вождения и многое другое. Комплектации оснащены емкими аккумуляторами. В версии Deluxe стоит батарея, которая обеспечит беспрерывность пробега на расстоянии 510 км. Премиум увеличит поездку до 610 км. В топовой производительной версии батарея рассчитана на 550 км путешествия. Пишите в комментариях, ждете ли вы данный автомобиль и какой цены можно от него ожидать в России. Нам важно услышать ваше мнение. Заходите к нам завтра, чтобы не пропустить очередную новинку. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями вместе с нами.